Всем привет! На улице сегодня офигенская погода, жара, градусов где-то 28. И я решила поубирать улиток. Убирать я буду у них сегодня на улице. Мне так легче, буду шлангом мыть контейнер. Вот. Начну я с резика. Вообще на улице просто реально классная погода. Очень жарко. Лето будет теплым. Со шланга идет холодная вода. Поэтому улиток я быть не буду со шланга, вот. Улиток я отнесу домой, потому что им нельзя быть на солнышке. Поэтому я их отнесу домой. Сейчас пока что уберу вот этот вот ягель. Тут еще мел. Так, ягель я убрала, трава, которая тут была, убрала. Посмотрите, какой грязный матик. И улиток я сейчас отнесу. Итак, я включила шланг. Кто не знает, летом я всегда мою контейнеры на улице. Так, матик я постирала, сейчас надо выкрутить. Контейнер я хорошо отмыла. Вот, тут ягель, короче, на самом деле я очень устала, пока все это делала. Вот, завтра я буду делать генеральную уборку в другом контейнере. Каждый день буду по одному контейнеру мыть. Вот. Фух, я устала, я не знаю, сколько выкручивала этот матик, но я его выкручивала очень долго. И то до конца не выкрутила, все равно у него еще... Есть вода. О. Он такой влажный, это не страшно. Ягель этот мне не особо хочется уже класть, потому что он уже... Ну, он неплохой еще, конечно, но хочется уже новенький покласть, потому что такой контейнер, если посмотрите. Обожаю контейнер мыть шлангом, потому что он хорошо его вымывает. Вот, видите. И также матик он очень хорошо вымыл. Шланг просто супер. Завтра улиткам сделаю новый ягель, а пока что вот этот класть я не буду, не хочется мне. Улиточки грязные, тут ползают по крышечке. Сейчас пойду их покупаю. Так, улиточек я покупала, посмотрите, какие чистые, красивые. Просто красавицы. Идите в чистый контейнер. Как красиво, когда контейнер чистый. Так, надо туда еще мел положить. Сюда кладем мел и сюда кладем мел. Кстати, я порезала по ходу палец. Не знаю, видно вам или нет. Походу вам не видно, но я порезала. Очень болит, и я не знаю чем. Вот. Не фокусируется. Да ладно. Это не так страшно. Тут ходят куры, поэтому улитки я вас унесу, а то мало ли, еще скушают вас. Не весь мел задрал. И иду мыть крышку. Так, крышку я помыла. Вот такая вот чистенькая. Улиток кормить я... Ой. Ну ладно, вода не страшна. Улиток я буду кормить вечером. Возможно, буду снимать видео, как я их кормлю. Но это не факт. Так, всем спасибо за просмотр. И до новых видео.